Всем привет, с вами Арсеночка. Сегодня начинаю показывать вам проект The Nun в Майнкрафте. Evil Nun строили уже многие, и это не так актуально. Давайте начнем. Вот главная комната, где мы появляемся. Вот стул, стол, письменная доска, шкафчик. В нем можно спрятаться. Конечно, нужно сделать все. Он в ту сторону открывается, в которую нужно. Или можно спрятаться от монахини, которая тоже в скором будет. Вот так. Получается. Все, эту комнату я показал. Тут тоже вот стол. Ну и стул. Так. Так, что это такое? Странно, какой-то свет, точнее затемнение. А вот тут шкафчик, в котором можно будет прятаться. В скором времени, наверное, сделаю, чтобы его нельзя будет это открывать. Потому что в монахине его открывать нельзя. Ну, в The Nun. Это у нас костер. Вот крест. И там выход на второй этаж, которого пока что нету. Тут один сундук сломаем. Это сундуки. Тут в них может лежать лом. Либо... А если я сейчас сделаю вот так? Да, я могу вот так сделать. Давайте тогда сделаем по-другому. Возьмем вот такой блок, поставим. Ой, нет, он вообще сюда не подходит. Давайте возьмем черную шерсть. Вот, берем черную шерсть. И ставим. И вот тут будет лежать там лом. Вот так. Тут жалюзи, которые тоже в скором времени будут отодвигаться, когда буду делать механику. И заодно текстурпак. Текстурпак, возможно, будет не очень хороший, ведь я не нашел нормальной программы. Но, думаю, буду делать в PIX 2D. Либо PIX 3D, чтобы было лучше. Тут вот так вот. Давайте возьмем. Плита и из песчаника. Вот так вот красивее. Тут вот будет лифт. Тут лаун, преддверь главная. Естественно, в которой нету разгадки пока что. Ну, в The Nun ее еще не было. Тут мы поднимаемся по лестнице. И второй этаж, которого пока что не существует. Вот тут этот костер. Ну, пока что все. Это это первая версия проекта. Он будет улучшаться, будет достраиваться. Возможно, будем вводить механику еще до того, как полностью построю карту. Тут будет спортзал. Пытался соблюдать пропорции, прям по игре ходил, смотрел там, как что. Вот, допустим, начинается стена вот от начала вот этой, и также пытался строить блок света. Я почему-то не могу себе выдать, пишу Гиви свой ник, и когда я пишу Майнкрафт, Лайт, у меня не получается. Вот даже Minecraft Light Block. 12 штук, допустим, у меня не получается выдать. А, также еще есть люк вот такой. Тут я потом либо сделаю невидимые блоки, ну, прозрачные блоки, либо возьму вот эту штуку сейчас. Я найду, где она.
Она, наверное, находится... Вот, нашел подмостки. Ты вот так вот садишься, нажимаешь Shift. И... Все, и вот тут вылазишь. Либо заменю невидимыми блоками. В общем, вот так вот получается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Арсеночка. Скоро новая часть будет, возможно, даже сегодня. Всем удачи, всем пока!